был ушли, не попрощавшись, только в памяти остались, вы с улыбкой остались на глазах. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощаетесь, вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь, ради Бога, ой, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. В Наримановском районе Баку установлен памятник национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. Монумент установлен на улице, носящей имя героя. Памятник уже готов, и в ближайшее время ожидается его открытие. Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амираджан Сураханского района Баку в еврейской семье. В 1992 году, когда началась Карабахская война, он добровольно отправился на фронт. Агарунов, назначенный командиром танка, сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди до Шалты, Джамили он уничтожил много вражеской живой силы и техники. Во время штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил 9 танков, 7 БТР и много другой техники армян. Снайперская пуля настигла Агарунова 8 мая 1992 года, и он героически погиб на поле боя. Медаль национального героя вручил сестре Альберта Софье Мамедовой лично Гейдар Алиев. Альберт Агарунов захоронен в Баку на аллее шахидов. В этом году исполняется 50-летний юбилей героя. В церемонии открытия памятника Альберта Агарунова, установленного в Баку, мы примем участие всей семьей, с сестрой и братом. Об этом сказал брат национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, Рантик Агарунов. Автор памятника – Амар Эльдаров. Необходимо еще больше распространять информацию о патриотизме, героизме Альберта Агарунова до подрастающего поколения. Его героизм стал самым большим ударом для врага, так как показал, какая Азербайджан прекрасная страна, какой азербайджанцы прекрасный народ, а раз проживающие здесь представители разных наций и народов так сильно любят эту республику, так привязаны к ней, что готовы отдать за нее свою жизнь. Альберт уничтожил много техники и живой силы врага. Я воевал там, мы все это видели. Он действительно национальный герой. Все бы были бы такими, как он. В день, когда погиб Альберт Агарунов, погибли еще около 200 человек. По большей части это были мирные жители Шуши. Женщины, дети, старики. Их память также почтили минутой молчания. Герои живы до тех пор, пока о них помнят. А помнят о них как в Азербайджане, так и в Израиле. Отношения между двумя государствами и их народами всегда были на высоком уровне.